Друзья, вы на канале Interesting Life. С вами Наташа Юра с Детройта. И сегодня приглашаю вас в путешествие на север штата Мичиган. Что посмотреть, какие интересные места, куда люди едут и зачем. Если вам это интересно, оставайтесь с нами. Мы посетим несколько интересных мест. Если вам интересно, куда можно поехать на севере штата Мичиган, мы вам расскажем про это. Но мы не задерживаемся. День короткий, путешествий много, так что мы продолжаем наш тур по северу штата Мичиган. И за нами Маккинак Бридж, самое туристическое место на севере Америки. Вон он, длиннющий, высокий. Погода нас не балует, но так чаще всего бывает на севере Америки. Дождь, прохладно, но зато свежо и прекрасное настроение. Будем ждать солнца. И прекрасное настроение. Будем ждать солнца, а пока ветер. Но мы поехали, поехали, поехали. Высоченные пилоны Маккинак Бридж в народе Биг Мак заметны издалека и кажутся какими-то неправдоподобными. Сознание не сразу принимает их за рукотворное сооружение. Мост этот – один из многих инженерных шедевров Америки, построен над узкой частью пролива, соединяющего озера Мичиган и Гурон. Впрочем, даже в самом узком месте пролив отнюдь не мал – аж 8 километров. Один из самых популярных туристических маршрутов на севере Америки – это, конечно, Маккинак Бридж. Это второй тур путешествий по северу Америки. Первая часть уже вышла. В первом закрепленном комментарии я оставлю ссылочку на это видео. Это город Шарлевой, классическая старая Америка. Если вы будете на севере Америки, обязательно остановитесь в этом городе. Именно отсюда продолжается второй тур поездки. Едем на Маккинак Бридж. Нам ехать 1 час и 2 минуты. Выезжаем дорожку и приглашаем вас с собой. Конечно, у нас сегодня дождливое утро, но надеемся, что день будет хороший. Let's go, Юрий. Без комментариев. Мичиган Лейк. Озеро Мичиган. Проезжаем Петоски. Город на возвышении, поэтому очень красиво здесь осенью. Здесь такая гористая местность. Даже дождик и такая туманная погода не забрала нашего настроения. Потому что путешествие – это самый лучший перезаряд, набор энергии. Только Юра почему-то грустный. Юра, ты почему такой грустный? Друзья, как вы думаете, почему Юра грустный? Да потому, что самый любимый его отдых – это, конечно, рыбалка. Я же люблю познавательные экскурсии, узнавать новые места, архитектурные сооружения, историю этих мест. И он не всегда с радостью едет в такие путешествия. Но ради меня всегда соглашается, потому что я всегда с ним с радостью еду на рыбалку.
Но так чаще всего бывает у него с настроением в начале пути. Потом он эмоционально заряжается моим настроением, и ему всегда нравятся также такие путешествия. А у вас как в семье? Напишите. Петаски – это также очень знаменитый туристический город севера Мичиган. Чаще всего на рекламных больших бигбордах штата Мичиган, а именно севера штата Мичиган, картинка осени в Петаске. Прекрасная природа, холмистые возвышения, старинные дома и виды озера. Это просто красота. Катание на каяках, лодках, рыбалка. Вот зачем сюда едут. Такая размеренная здесь провинциальная жизнь. Это старая Америка. Конечно, здесь очень много ресторанов. Американцы очень любят еду. Петаски – это небольшой город, прибрежный курорт в штате Мичиган, а население всего-навсего около 6 тысяч человек. Но какая особенность севера Америки? Здесь живут белые, и больше, чем 90%. А афроамериканцы и азиаты занимают только 1%. Ну и, конечно, большая часть населения здесь – пенсионеры. Здесь высокий уровень жизни, только 12% населения живет за чертой бедности. Очень много гостиниц, ресторанов и маленьких бутиков. Что такое Петаски? Это в прямом переводе камень. Город на камнях на берегу озера. Здесь несколько национальных парков, велотрассы, конечно, туристические тропы. Здесь находится много популярных достопримечательностей. Например, зона отдыха и парк Бэйфронт. Смотрите, какая красота! Даже несмотря на то, что нету солнышка. Самой главной достопримечательностью севера штата Мичиган является сама природа. И воздух чистый, легкий. Озера, водопады и реки. Поэтому и Юра, смотря на всю эту красоту, грустит за рыбалкой. Но грусть его была недолгой. Его также очаровала красота природы. Виноградники, гольфные поля, сады фруктовые. Съезжаем на 75-ку. Дорога скоростная, которая идет с юга на запад. Нет, не с юга на запад. С юга на север, да. Через всю Америку. Скажите. Да, и сейчас мы будем ехать на Маккинак Бридж. По ней. Согласен? Нам осталось еще. На чем моталось? 2 минуты. Это все. А мы уже уцели, господа. Это уже Маккинак Бридж. Да. 15 фитов. Это Маккинак Сити нас встречает перед мостом. Но мы сюда вернемся по дороге назад. Здесь, конечно, есть туристический центр. Мы его посетим с вами. Это Маккинак Бридж. Немножко видно воду на ту сторону. Мы уже на мосту. Маккинак Бридж – висячий мост, пересекающий пролив Маккино, расположенный в северной части штата Мичиган. Он является частью скоростной дороги 75 Сусен-Мари, Майами. Когда на карту смотришь, правда? Когда первый раз едешь, и прям все две полосы тут всего так на дорогу. С таким, знаешь, с таким вниманием смотришь, как главное, что где-то что-то что-то. Там еще был берег, а теперь все только вода. В небе над водой. Свежий, так и хочется сказать, морской ветер. Ведь озеро Мичиган так и называют нашим морем. Темные волны пролива, простор, головокружительное ощущение полета. Трудно добавить еще что-то. Длина моста 8 километров, а длина основного пролета 1 километр. Я вам уже говорила, что штат Мичиган состоит из двух полуостровов. И до введения этого моста в эксплуатацию оба берега соединялись паромной переправой только. Мы с тобой на Флориде через какой-то ездили. Но... один раз тоже. Мост в облаках. А там... В первом закрепленном комментарии я оставлю ссылочку на это видео. Мост в облаках.
мост в Тампе на Флориде. Глубина пролива под нами около 90 метров. Благодаря своему главному пролету этот мост является 19-м самым длинным мостом в мире. Строительство моста обошлось 95 миллионов долларов и началось оно в мае 1953 года. А в ноябре 1957 года он был уже воплощен в жизнь. Там внизу вода. Вот мы где. В небе над водой. На берегах пролива расположены 4 маяка, которые являются памятниками истории. Ширина моста 20 метров, а высота конструкции 168 метров. Это висячий мост из стали. Мы уже на другом полуострове штата Мичиган, на южном полуострове. Ну и здесь уже платная дорога. На этом полуострове проживает всего-навсего 5% населения штата Мичиган. Здесь часто все погружается в туман. И этот туман несет такой холодный, порывистый ветер с озера. Вот вам седой и хмурый Мичиган. Вода в озере Мичиган также прохладная. Это национальный парк-заповедник. Люди в этих краях обитают только в небольших резервациях, да и те гармонично вписаны в окружающую среду. Городов на этом полуострове нет, даже без наколонки редкость. Платный въезд, платная дорога начинается. Полуостров, полуостров Мичигана, Мичиган, верхний полуостров. Ставим ставки. Сколько? $10 больше. How much? $4. Сколько? $4. Thank you. You too. Thanks. Bye. Это уже все назад возвращаются. Выезжающих больше, чем въезжающих. Погода нас, конечно, подвела. Здесь есть очень красивый остров, на который можно добраться только паромом. Так что мы сюда еще вернемся. На противоположной стороне пролива холмы стали выше, появились скальные выступы. Любопытно, как люди здесь живут, чем занимаются в этой глубинке, вдали от больших городов и цивилизации. Наверное, только туристический бизнес, обслуживание туристов. Попадались какие-то своеобразные домики, редкие мотели, церквушки, закусочные по соседству. Здесь есть несколько таких специальных мест обозрения, с которых открывается красота этого полуострова. Красивые водопады, арка в скале, Picture Rock. Но не в сегодняшнюю погоду, так что у нас шанс есть еще сюда вернуться. Главная достопримечательность этого полуострова – природа. Шикарная, красивая природа. Долины, горы, речки, водопады, таинственные тропы в лесу, ну и, конечно, озеро Мичиган. Лор? А здесь дождь не перестает. Смотри, а там выше там не было дождя. Ты высеки же трафик сюда.
возвращаемся назад. Поездка такая получилась в машине, потому что дождь лил, невозможно было выйти из машины. А с вами сейчас посетим туристический центр. Полностью опустив стекла, в шуме ветра мы наслаждались простой поездкой по мосту. И это этого стоило. Только увидеть такое рукотворное сооружение, инженерный шедевр Америки. Всем привет! Мы на Маккинак мосту проехали туда-обратно. В общем, колоссальный мост, высоко. Первый раз так. Страшновато было, да? Наташа еще окно открыла, прямо тут ветер. И с дождем там немножко было так не по себе. А мы продолжаем наше путешествие по северу Мичигана. Погнали! Такой визитор-центр, туристический центр, музей истории Маккинак, моста. История коренных жителей, индейцев, их быт, история раскопок, изучение жизни индейцев. История завоеваний, войн за полуостров. И, конечно, сувенирчики, которые вы можете купить в память о поездке на Маккинак мост. Майкл Сиров. Посуда, ягодные джемы, так как на севере очень много фруктовых садов. Суда, как джелка, также книги об истории штата Мичиган, ну и, конечно, мед. Футболки, худи, чашки с эмблемой моста. Мичиган, Маккинак Бридж. $20, наверное, стоит. История штата Мичиган. Ну и, конечно, футболки и худи с Маккинак мостом. Сколько стоит? Вы так переправлялись, индейцы, раньше на полуостров. Пикчерлок. Оружие индейцев. Охота. Чем его набивали? Порохом, да? Блин, я надеюсь. 29-30. Да, порох. Чик-чик-чик-чик-чик. Засыпали. Ну и, конечно, магнитики на память о путешествии.
$5 они стоят. 3, 4, 5 большие. И 15, и 20. И такой деревянный магнитик также. Кошелечки за $5 также возьмем. Ринки. А здесь смотрите, сколько гусей. Пролив между озером Гурон и озером Мичиган. Здесь такие еще есть военные построения. Замок, сторожевая башня. Смотрите, какие красивые березки. И вот начало самого моста. Маяк на берегу. Это историческая памятка. Я люблю такие места. Ты как будто окунаешься в ту эпоху, переживаешь чувства тех людей, которые жили в то время. Думаешь, сколько людей погибло, чтобы завоевать, чтобы что-то достичь. И это все уходит в вечность. А вот природа, вода, земля, они видели тысячи и сотни событий. Эти камни они не просто видели, они несли в себе эту боль, радость, разочарование, победы, любовь, слезы, счастье, надежду на будущее. Друзья, пишите, понравилось ли вам путешествие? А мы сейчас где-то остановимся, поужинаем и возвращаемся домой в гостиницу. А завтра вас ждет новое приключение, новое место туристическое на севере штата Мичиган. И что мне нравится в Америке? Вы можете всегда подарить городу деньги, и ваше имя будет увековечено. За ваши деньги купят лавочку или камушек. Ну а здесь все. Гуси. И есть подзорная труба. А это мальвинка. Не работает. Не работает, ты смотрел? Там я спускал деньги, они закрыли. Когда спускаешь, она там чик открывается. Я. Спасибо за просмотр. Счастья, мира, любви, добра. И до новой встречи. Пока-пока.